И к новостям спорта. Прославленная севастопольская спортсменка Анастасия Долгова одержала победу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Престижные соревнования проходили в Самарканде, Узбекистан, с 23 по 25 августа. Воспитанница севастопольской школы Олимпийского резерва номер 8, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, мастер спорта международного класса Анастасия Долгова завоевала две медали. Золото в дисциплине байдарка-двойка на дистанции 200 метров вместе со Светланой Черниговской, а также серебро в байдарке-одиночке на аналогичной дистанции. Всего на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ приняли участие более 300 спортсменов из 50 стран мира. С победой севастопольскую спортсменку поздравил губернатор Михаил Развожаев. Телеканал НТС также поздравляет Анастасию Долгову с очередной яркой и заслуженной победой, а также ее тренеров Вадима и Ирину Никитенко.